Помните, в прошлый раз мы говорили, что мы посмотрим на перья и жемчужины, которые появились сверхъестественно. И мы хотим это посмотреть. Вот сестра Марина, она принесла сегодня. И еще новая манна появилась. Давай, я понесу к камере, а ты расскажи еще раз, как появились эти перья. А, ну вот, камера сама. И чем они особенные, и что? Здравствуйте, дорогая церковь. Вы знаете, в один прекрасный день, это было утро, это было пару месяцев назад, я проснулась, и я в духе, я чувствую, мне Дух Святой говорит, беги на молитву к одной сестре, с которой, ну, мы молимся. Я, хорошо, Господь, я ей звоню 7:30, я говорю, Светочка, я вот, ну, помолиться, говорю, она говорит, приходи, окей. И мы приходим, как, мы поклоняемся, мы славим, мы ищем лица Господа, ну, мы не просим там перья, золото, камни, мы ищем Его лица, потому что, ну, самое важное, это самая драгоценность наша, это Иисус, Он наша жемчужина. И когда вернулась домой после молитвы, я прихожу и на комоде я вот обнаруживаю вот такое перо и вот так жемчужинка между ними. Я одному пастору выслала в Швейцарии, он такой, вау, говорит, это Иисус украшает свою невесту. Аллилуйя. Манна, да, тоже получилось сверхъестественно. Я уже свидетельствовала прошлую субботу об этом, что, ну, если вкратце, что пару недель назад я услышала, что Бог сказал, говорит, я дам тебе манну. Я говорю, спасибо, Господь, я ожидаю. И буквально, да, мы вот опять тоже молились сестрой с этой же, и я пришла домой, и вот у меня она появилась. Вот, и потом мы молились за приумножение этой маны. Я говорю, Господь, приумножь эту ману. У нас ноги за это молились, чтобы мы смогли все вместе в нашей церкви принять эту ману. Аллилуйя! Вот, и я даже не стала и пробовать. Так говорю, Господь, приумножай. Спасибо, Господь, за умножение. Благодарю тебя, Господь. И тоже как бы сверхъестественно третья штучка получилась. Ну, как появилась, это было недавно, несколько дней назад. Я поклонялась Господу, я оставила поклонение. И мой сын сидел, ему 12 лет. А он сидел, просто играл в телефон, но покрывался золотом. И на этом месте, где он сидел, вот, но потом утром он проснулся, и мне так в духе, перестели постель, я говорю, окей, и я начинаю перестилать постель, то есть там простынь, потом у меня еще там покрывало на диване, и под покрывалом я обнаружила вот эту еще третью манну. А четвертая манна, это буквально свеженькое у нас свидетельство. Мы вчера с девочками собирались на чай вечером, вот, и молились тоже, ну, очень сильно было Божье присутствие, и утром я, когда зашла в комнату, я увидела одну частичку манны, да. Но это еще не все. У нас была сестричка, у которой, ну, как бы не появлялось ничего такого. Мы тоже молились за атмосферу, за чудес в ее жизни, как бы, ну, как бы друг за друга. И сегодня утром она мне прислала, что у нее дома появилась точно такая же две частички манны. Идентичная фотография, да, она прислала. Поэтому слава Богу, спасибо, Господь. Ты Бог чудес. Аллилуйя. Вся слава тебе, Иисус. Так что ману для нашей церкви. Давайте помолимся, чтобы слава Божия являлась больше. Давайте скажем вместе. Яви свою славу, Господь. Яви свою славу больше. В любом виде, в котором ты только хочешь. Мы тебя принимаем в любом виде во имя Иисуса. Слава, слава, слава тебе. Аминь. Пусть это происходит.